есть такая белорусская поэтка, кто не знал, будете знать, Лера Сом, так само у брата Миколая, Миколая, значит, и отца Иоанна, имя поэтичное Знич, то есть, когда вы почуете Знич, поет Знич, это то же самое, что и брат, и отец Иоанн, Бепель из Жировецкого монастыря, это одна и та же особа. Значит, так и поэтка Лера Сом, а это ее псевдоним, Лера на самой справе, она Алена, крещение, проще. Есть ее добрые верши, какие стали песнями, какие просто помогают мне чем жить. Одна зима. Одиноко, что не скрадено, нам николи не трапить полоцок.